Ермак, ты вызвал меня на проект «Битва» и хочешь сразиться в октагоне, как мужчины. Но сначала ты должен победить рэпера «Внука». Если ты одолеешь «Внука», то тогда уже будем разговаривать. А пока «Внук» ты. Слушай, ублюдок, никто тебя никуда не вызывал. Насколько я знаю, организаторы просто предложили тебе меня как соперника. Потому не надо тут разводить хайп. Но раз ты такой храбрец и готов как мужчина отвечать за слова, начинай понемножку готовиться. Потому что я с удовольствием тебе откручу, блядь, голову за слова «украинцам не существует как нации». За то, что ты просто, вот, блядь, по жизни вот ублюдище. 9 июня встречусь с внуком, и на очереди сразу же ты. Потому разминай щеки. Обращаюсь к своим фанатам, которые думают, что я уже завязал, наверное, с музыкой. В этом месяце мы выпустим новый клип с группой Green Grey на очень прикольную песню. Потому работаем по всем фронтам. Всем музыка, всем спорт. Рад, перископ, майки, .org, заходи на страницу. Не пожалеешь, бро, тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска, окей. Ты еще не понял, заходи, тут ссылка в описании. Это лучший магазин, бау.